Харе Кришна всем, кто любит аккумуляторные батареи. Сегодня будем отвечать на вопросы, потому что давненько что-то не отвечали. Итак, первый вопрос задали. Вопрос не по теме, это уже радует. Значит, аккумулятором доволен, хорошо. Стараюсь держать его в заряженном состоянии чудесно. В очередной раз для проверки снял НРЦ после отстоя 12,8. Ну, в принципе, нормально. А плотность электролита 1,25. А тут уже, конечно, ненормально. Почему ненормально? Потому что есть расхождение между напряжением на клеммах и плотностью электролита. А так как баба с сиськами наша знаменитая всегда говорит о том, что напряжение на клеммах напрямую зависит от плотности электролита, то, соответственно, напряжение должно полностью правильно соответствовать плотности электролита согласно той формуле, которую дает баба с сиськами. Ну, при 12,8 вольтах, соответственно, плотность должна быть тоже где-то 12,8, а тут 1,25. То есть плотность у нас низкая, а напряжение высокое относительно плотности. О чем это говорит, сейчас расскажу. Значит, после заряда плотность поднимается до 1,28, после работы на машине становится опять 1,25, то есть сама по себе понижается. И стоит 1,25 хоть 4 дня, хоть 4 месяца. Если машина разряжает АКБ, то почему не до конца? Тоже хороший вопрос. Почему при работе аккумулятора плотность держится 1,25? Тоже прекрасный вопрос. Нужно ли мне добавить электролита или что это такое? Так вот, это самое что ни на есть типичная ситуация, о которой я в своих видео много раз рассказывал. Ну, рассказывал много раз, повторюсь еще раз. Так вот, плотность электролита в аккумуляторной батарее 1,25 это плотность засульфатированной аккумуляторной батареи. Потому что все аккумуляторные батареи, которые сульфатируются, плотность их стремится к 1,25, потому что это их нормальное состояние. Теперь опять возвращаемся к красивой бабе с сиськами, которая утверждает, что напряжение на клеммах напрямую зависит от плотности. Она, конечно, совершенно права. Формула есть, она дает, по той формуле считаем, ничего не сходится. Значит, расхождение между напряжением на клеммах и плотностью электролита, это есть один из способов диагностики аккумуляторной батареи. Если у нас плотность низкая, а напряжение сильно большое, это говорит о том, что аккумулятор где-то нашел лишних вольт. Опять же, возвращаемся к бабе. Баба говорит, что напряжение напрямую зависит от плотности. Раз напряжение высокое, значит аккумулятор где-то нашел лишнюю кислоту. Где он мог ее найти? А нашел он ее как раз таки на кристаллах сульфата, потому что вокруг кристалликов сульфаты образуется концентрированная серная кислота при их растворении. И вот эта концентрированная серная кислота и дает вам повышенное напряжение. Так вот, большое напряжение относительно плотности электролита, согласно формуле бабы с сиськами, это и есть признак сульфатации. А то, что плотность держится 1,25, это признак сильной сульфатации аккумуляторной батареи. И при этом плотность держится 1,25. Хоть 4 дня, хоть 4 месяца, так и должно быть. Потому что, опять же, как я сказал в начале, нормальное состояние плотности электролита в системе свинец, кислота, серная, 1,25. Вот к этому батарея и стремится. Хоть 4 дня, хоть 4 месяца. Это ее нормальное состояние. Всегда будет 1,25, пока не снимете сульфат. Если машина не разряжает АКБ, то почему не до конца? На самом деле до конца. Но дело в том, что при сульфатации, когда пластины покрыты сульфатом, у батареи сильно падает емкость. То есть свинец пластин, который должен вступить в химическую реакцию, покрыт сульфатом и блокирован. Остался только тот свинец, небольшие участки, которые еще могут вступать в реакцию. И так как этого свинца мало, то есть батарея потеряла свою емкость, то при заряде и при разряде этот свободный свинец может использовать небольшое количество кислоты из электролита. А значит, у вас при заряде и разряде плотность электролита будет падать и подниматься в узком диапазоне. В принципе, то, что он, этот человек, и описывает. И это еще один признак засульфатированной аккумуляторной батареи. Первый признак – напряжение не соответствует плотности. Второй признак – при разряде, заряде засульфатированной аккумуляторной батареи она быстро разряжается, быстро также и заряжается, и при этом плотность меняется в узком диапазоне, то есть незначительно. Может растворился технический сульфат, значит
О техническом сульфате тут речи не идет, потому что у вас сульфата на пластинах столько, что там его можно растворить не только до 1,28, а малым током можно растворить и до 1,31, можно до 1,33, насколько хватит у вас терпения и фантазии. И при этом засульфатированные батареи, которые сильно засульфатированы, а тут этот случай, как правило, имеют пониженную емкость электролита самого, то есть пониженный уровень электролита, потому что сасульфатированная батарея при заряде даже от генератора на автомобиле начинает кипеть. Раз она кипит, значит выкипает электролит, и уровень его непременно понижается. Так вот, это третий признак засульфатированной аккумуляторной батареи. У нее низкий уровень электролита. Три признака. Напряжение не соответствует плотности. Низкая емкость аккумуляторной батареи при заряде-разряде. Быстро разряжается, быстро заряжается. И плотность электролита при разряде и заряде меняется в узком диапазоне. Ну и, соответственно, понижается уровень электролита. То есть уже четыре признака глубоко засульфатированной аккумуляторной батареи, и все они соответствуют этому вопросу. Нужно ли добавить электролита? Электролита добавить ни в коем случае не надо, потому что у вас и так много кислоты. Можно добавить просто воды и попробовать эту батарею вытянуть малым током за счет того, что растворится тот сульфат, который висит на пластинах. Но это если поможет. Сильно засульфатированные аккумуляторные батареи таким методом уже вытянуть почти невозможно. То есть тут просто через дистиллят гнать батарею, сливать электролит, заливать дистиллят и в дистилляте растворять сульфат, если еще целые пластины у аккумуляторной батареи. Такие вот дела. Ну, такой вот ответ на вопрос. Печальное, конечно, состояние. Глубокая сульфатация, в принципе, поправима, если пластины еще целые. Надо смотреть, сколько батарея наработала, сколько ей лет. Если она еще не старая и отработала не так уже и много, можно ее в принципе спасти. Даже я бы сказал, ее вполне вероятно спасти, что в принципе делали и не раз, и вполне успешно. Так, идем к следующему вопросу. Хороший вопрос, сколько времени заряжать новую батарею, каким током? Вопрос задал подписчик. Хороший вопрос. Значит, так, новые батареи в продажу, как правило, должны поставляться в некоторой степени разряженными. Но в наших реалиях, особенно если производитель отечественный, батареи могут быть поступать в продажу и полностью заряженными. Хотя в продажу они должны поступить разряженными до 80%. Почему они должны быть разряженными? Потому что если они полностью заряжены, у нас батареи полностью заряжены, всегда находятся в перезаряженном состоянии. Если у вас напряжение 12,8, ваша батарея перезаряжена. Они всегда находятся в таком состоянии, никуда вы от этого не денетесь. Связано это с так называемым водородным числом или пузырьковым перенапряжением. Так оно и называется, перенапряжение. То есть батарея у вас перезаряжена, перенапряжена. И когда она перезаряжена, она имеет повышенный саморазряд. Чтобы уменьшить этот самый саморазряд и увеличить время хранение аккумуляторной батареи, их и поставляет в продажу разряженными до 80%. То есть она не имеет 20% заряда. Поэтому новые аккумуляторные батареи после магазина надо поставить на заряд перед эксплуатацией. Довести до 100%, перемешать электролит и в путь дорогу эксплуатируем. Опять же, отечественный производитель может делать чудеса и заряжать батареи до 100% и поставлять в продажу. Поэтому тут надо смотреть. Так вот, берете батарею и смотрите на нее, до какой степени она заряжена. Если батарея в продаже имеет напряжение на клеммах меньше 12,6 вольт, значит ее лучше вообще не покупать, потому что по ГОСТу она не должна иметь напряжение на клеммах ниже 12,6 вольт. Каким током заряжать? Значит, если у нас, допустим, батарея 60 ампер-часов емкости, значит, заряжаем ее током 3 ампера. То есть емкость батареи делим на 20. Заряжаем током 20-часового разряда. Сколько по времени заряжать? Тут все зависит от того, насколько она у вас разряжена. Может быть разряжена на 20%, может быть разряжена на 30%, может быть разряжена на 10%, а может быть и полностью заряжена. Обычно время заряда можно так ориентироваться
1 час на 0,1 вольт. То есть, если нормальное напряжение после отстоя на вашей батарее 12,8 вольт на клеммах, а она имеет после магазина 12,6, не хватает 0,2 вольта, соответственно, на каждые 0,1 вольт 1 час такую батарею надо заряжать не меньше 2 часов. Но лучше, конечно, ориентироваться по времени закипания электролита. Как только закипел, час подержали, и на этом все. И опять же, не надо забывать, что новые аккумуляторные батареи очень долго сбрасывают напряжение. Если батарея, которая уже бэушная, работала, она напряжение сбрасывает буквально за 8-10 часов до нормальных показателей после заряда, потому что, когда вы батарею заряжаете, вы же заряжаете ее там напряжением 14,4, 16 вольт, у кого какие режимы, то вот до своих нормальных 12,8 вольт бэушная батарея сбрасывает напряжение 8-10 часов, а новая батарея может сбрасывать несколько суток, потому что у нее не разработаны поры, и еще не весь сульфат вымылся из этих самых пор после формировки пластин. Об этой особенности новых аккумуляторных батарей не надо забывать, потому что, опять же, часто задают этот вопрос, постоянно его задают, почему так. Потому что батарея новая, пугаться не надо, это для новых батарей нормально. Это не нормально для старых батарей, которые уже работали, а для новых в самый раз. Ну а сегодня было такое видео, такие ответы на вопросы, пишем в комментариях, кому понравилось. Кому не понравилось видео, все равно ставим не лайк, потому что я очень жаден, и пишем в комментариях, какой я нехороший.